Слушайтесь, вглядитесь в эти кадры и скажите, как по-вашему, что общего между ними? Тот, кто ответил, звук. Ну, конечно, звук. Звук, читаем мы в энциклопедии, это быстрое колебательное движение частиц воздуха или другой среды, воспринимаемое органом слуха. Ну что ж, коротко и вроде бы ясно. Но что стоит за этими сухими и строгими словами определения? Все ли так ясно и однозначно, в явлении, изучением которого уже многие десятилетия занимается целый раздел физики, именуемый акустикой. Постараемся сообща разобраться в этом. Но прежде небольшое замечание. Свое внимание мы в основном сосредоточим на явлениях и процессах, в которых не все еще ясно, на проблемах, которые еще только ждут своего решения. У акустики, как и у других разделов физики, еще много неразгаданных тайн, и открывать их придется вам, сегодняшним школьникам. Итак, колебания, волны, звук. Звук представляет собой колебательный процесс. Поэтому мы и говорим сегодня о колебаниях, волнах и звуке. Звук связан с колебательным движением частиц среды. В среде образуются сжатия и разрежения. Эти сжатия и разрежения и представляют собой волновое движение. В зависимости от того, в какой среде происходят такие колебания, длина волны различна. Практически все явления, происходящие в природе, так или иначе сопровождаются звуковыми колебаниями и распространяющимися в среде звуковыми волнами. Как я уже сказал, эти волны несут информацию об этих явлениях и дают нам возможность глубже познать нашу природу. Ну, например, звуковые волны очень низких частот на тысячи километров распространяются при извержении вулкана. Известно, что землетрясения сопровождаются сильными акустическими, геоакустическими колебаниями. Землетрясения регистрируются с помощью звуковых приемников, с помощью геоакустических приемных систем. Подводное землетрясение сопровождается таким интересным и вместе с тем в известной мере страшным явлением цунами. Цунами – это огромная волна поверхностная, которая образуется в результате мощного подземного подводного землетрясения. Акустика помогает предупредить об этом извержении и о приближении волны цунами. Казалось бы, многое из тех природных явлений, с которыми нам приходится встречаться, многое известно. На самом деле, чем глубже мы проникаем в тайны природы, тем больше нам предстоит еще изучить. И звуковые волны, несомненно, помогут нам в исследовании новых, еще не раскрытых загадок природы и мира. Он хотел узнать раз и навсегда, кто мы, почему и где мы находимся. А для этого он хотел просверлить в земле огромную дыру, дотронуться до глубин и заставить землю закричать, потому что был уверен, что земля — живое существо. И он сделал это, и земля вскрикнула. Фантастический рассказ Конан Дойля так и называется «Когда земля вскрикнула».
Результаты приводили в ужас. Из этого ужаса и родилась в 18 веке так называемая гипотеза катастроф. Она не отвечала на вопрос «почему?». Понятие «стихия» и понятие «закономерность» еще не сопрягались. И человек обнаружил, что дно мирового океана не только моложе суши, но непрерывно обновляется. И вот тогда новый взгляд на Землю из безумной гипотезы превратился в научную теорию тектоники литосферных плит. Она принесла с собой образ вечного ледохода, где движется земная мантия, а плывет земная твердь. Это очень легко понять. Нужно только освободиться от стереотипа привычных взглядов, осознать другие меры бытия, ибо геологическая жизнь Земли имеет свое время и свое состояние материи. Мы уже можем воссоздать подобие. На дне океана происходит непрерывное движение. Оно вызывает разрывы и образование рифтовых хребтов, когда новое вещество из глубин Земли поднимается на поверхность и остывает. Что же в это время происходит на суше? Вот так, как на этом макете, плавают на поверхности земной мантии колоссальные плиты литосферы, верхней каменной оболочки Земли. Их около 10. Они несут на себе и материки, и морское дно. Мантия неспокойна, и литосферные плиты приходят в движение, начинается подвиг. В лаборатории это выглядит изящным опытом, а в природе оборачивается геологической катастрофой, землетрясением. Причина движения литосферных плит – глобальный процесс конвекции, который происходит в глубинах Земли. Мы не можем еще дотянуться до этой подвижной земной мантии, но мы можем попытаться ее смоделировать. А результат этого бурления Внимание! Объявляется тревога цунами на побережье Ханьсю. Передал Петропавловск, Кузнецов. Среди других сейсмически опасных районов Земли Япония занимает особое место. Огненным поясом называют эту цепь островов. Проблема катастроф из области мифологии переходит в область геологии, в область науки. Значит, теперь мы можем, пристально следя за дыханием земной тверди, если не предотвратить, то хотя бы предсказать грозящую катастрофу. Отчасти. Пока отчасти. Но что это за странная башня, чрезвычайно напоминающая фантастическую постройку из рассказа Конан Дойля? Просверлить огромную дыру? Заставить Землю закричать? Оставим фантастику. Еще сильнее, чем герой Конан Дойля, хотим мы узнать, кто мы, почему и где мы находимся. Поэтому уже полтора десятка лет работает на Кольском полуострове уникальное,
единственная в мире сверхглубокая буровая. Она должна проникнуть в тело Земли на 15 километров. Она уже проникла на 12. И результаты ошеломляют. Здесь хранятся керны, образцы, добытые за долгие годы с разных глубин. Каждый из них — открытие. Уже начиная с 2 километров, появились признаки меди, железа, свинца, никеля, цинка, кобальта. И эти вкрапления уходят на многие километры вглубь. На уровне 5 километров произошла сенсация. Были обнаружены следы микроорганизмов. Мы были уверены, что ранее 3 миллиарда лет назад Земля была безжизненной, как Луна. Но вот реальные доказательства обратного. Значит, жизнь возникла на 500 миллионов лет раньше. Земля оказалась горячей, чем мы ждали. Там в шахте уже 200 градусов. Земля оказалась неожиданной и непредсказуемой. Камни с такой глубины человек не держал в руках еще никогда. Что он принесет с собой, этот камень? Действительно, акустические волны несут нам информацию о землетрясениях, о подводных катастрофах, об извержениях вулканов. Эти события мы не можем запретить, но предупредить о них, пользуясь акустикой, мы можем. Существует и другая сторона акустики, я бы сказал, эстетическая. В самом начале я говорил о том, что акустика современная, очень широкая область науки. Первыми направлениями, которые получили развитие, были такие направления, как архитектурная и музыкальная акустика. И до сих пор, встречаясь с развалинами старых театров, мы восхищаемся, какими блестящими тайнами акустическими владели древние зодчие. Мы восхищаемся акустическими свойствами древних театров и помещений. С не меньшим восхищением мы слушаем звуки инструментов, которые создавались в Древнем Риме или многие сотни лет тому назад. К сожалению, приходится констатировать, что некоторые тайны таких музыкальных инструментов остаются тайнами до сегодняшнего дня. Необыкновенно сложилась судьба Дениса Владимировича Ярового. Ему прочили карьеру выдающегося скрипача уже в 4 года. В 7 он выступал в концертных залах Италии, где работал его отец, советский торгпред. Но жизнь распорядилась иначе. Он стал скрипичным мастером. Будучи руководителем механоакустической лаборатории, реставрируя скрипки Страдивари, Гварнери, Амати, Яровой сделал замечательное открытие. Самое ценное, что мне удалось сделать в своей работе, это разобраться в некоторых очень важных тайнах распределения толщин и настройки итальянских дек. Но этому открытию предшествовал долгий и упорный труд. Кадрам кинохроники, которые вы сейчас видите, более 20 лет. Уже тогда искал Денис Яровой разгадку звучания скрипок замечательных итальянских мастеров. Какой секрет унес с собой великий Страдивари? Отчего его скрипка обладает силой и страстью человеческого голоса? Отчего она так поет? Множество опытов проделал мастер. И однажды у него мелькнула догадка. А что, если каждый кусочек дерева настраивался так, как настраиваются струны? По нотам. Си,
ми-ля. Акустический метод Ярового сразу увлек многих мастеров. Современную скрипку настраивают по 2-3 тонам деки. В скрипке же Страдивари Яровой насчитал 385 обертонов. И он, снимая микронные слои дерева, стал отдельно настраивать каждый микроучасток деки инструмента, который задумал создать по канонам Страдивари. Яровой открыл и множество других секретов итальянских скрипок. Среди них так называемый секрет Мадонны. То есть расположение едва заметных толщин в центре деки, напоминающие силуэт Мадонны с младенцем. Открытия Ярового сложились в стройный акустический метод. В основе его точнейшее распределение тонов, дающее такой гармоничный резонанс со струнами, который ничем другим достичь не удавалось. Свой метод построения и настройки корпуса скрипки Яровой перенес и на все остальные ее части – подставку, шейку, гриф, смычок. Как ни парадоксально, но никто прежде не рассматривал скрипку и смычок как одно целое, даже Страдивари. Денис Владимирович Яровой избран почетным членом Итальянской ассоциации скрипичных мастеров. А первая же сделанная по старинным канонам скрипка удостоена на родине Страдивари большой золотой медали. Нельзя не согласиться с мнением мастера. Действительно, созданию музыкального инструмента высококачественного должны предшествовать глубокие физические, в том числе и акустические, исследования. К музыкальной акустике прямое отношение имеют те бытовые приборы, с которыми нам приходится постоянно встречаться, и которые получили название звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры. На примере развития звукозаписывающей и звуковоспроизводящей техники можно видеть, как развивалась акустика. В конце прошлого века были созданы первые несовершенные звукозаписывающие и воспроизводящие аппараты. Затем им на смену пришла электроакустическая аппаратура. И, наконец, в последнее время на стыке современной акустики и лазерной техники появилось новое направление лазерная акустика, лазерная звукозапись. И современные звукозаписывающие аппаратура, основанная на применении лазерной техники, в принципе, дает возможность создать исключительно высококачественные приборы, воспроизводящие и звукозаписывающие, без каких-либо ограничений на частоту воспроизводимых звуков, на качество звучания. Посмотрите внимательно на обычную грампластинку. Видите, как выглядят ее бороздки? Когда пластинка начинает вращаться, эти углубления заставляют иглу дрожать, колебаться, то есть издавать звук. Но единственный ли это способ воспроизведения звука? Узнаете? Хорошо знакомые нам бытовые приборы. Так и хочется сказать, бытовые электронные приборы. Электронные. Ну, как такое скажешь об этом дедушке-граммофоне или пришедшем ему на смену патефоне? Ну, уж коль скоро речь зашла о дедушках и его ближайших наследниках, будем последовательны. Давайте сообща проследим и другие родственные линии этих звуковоспроизводящих устройств, ниже именуемых проигрывателями. Итак, дедушка-граммофон. Это по косвенной аналогии с вычислительной техникой первое поколение проигрывателей с пластинками многоразового использования. Оно громоздко и стационарно. На смену граммофону, как отмечалось выше, пришел патефон,
названный так в честь его изобретателя Патте. Его принципиальное отличие от дедушки – портативность. Это условно второе поколение проигрывателей, и его можно было транспортировать на близкие, а также дальние и сверхдальние расстояния. Однако, несмотря на такой значительный прогресс, патефон унаследовал от своего дедушки два существенных недостатка. Первый – это монозвучание, и второй – металлическую иглу, которая быстро тупилась, что самым отрицательным образом сказывалось на состоянии пластинки. В эфире, как теперь принято говорить, появились посторонние шумы. Может быть, именно в тот исторический отрезок времени человечество впервые услышало о существовании единиц измерения шума – децибеллах. Нужен был очередной качественный скачок. И внук не замедлил с появлением на свет. На вооружение человечества поступило третье поколение, электронное, с алмазной и даже магнитной иглой, а самое главное, стереофоническое. Ну, казалось бы, все. Однако нет. До совершенства, судя по всему, еще слишком далеко. Алмазная игла, хотя и более долговечна, чем ее предшественница, но при всем при этом она все равно игла, а потому причиняет пластинке физическую боль. Что же дальше? Обратите внимание, в этой галерее проигрывателей еще есть свободные места. Видите слева? Это пока пустующее место, в недалеком будущем займет представитель четвертого поколения проигрывателей, тоже стереофонических, но уже без иглы. Нет, не вообще без иглы, а без иглы колющей и режущей. Роль иглы будет играть сфокусированный световой луч. Непонятно? Ну что ж. Мы в лаборатории когерентных источников света Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения Академии наук СССР. Мы снова попадаем в мир электроники. Этот лазерный луч обладает одной уникальной особенностью. Если его с помощью линзы сфокусировать в точку размером в 1 микрон, то материал, помещенный в эту точку, за миллионные доли секунды разогреется до температуры порядка 1000 градусов по Цельсию. Именно это свойство лазерного излучения использовано в установке, которую вы сейчас видите. Ну а дальше самое главное. На вращающуюся стеклянную пластинку, покрытую тонким слоем хрома, фокусируют лазерный луч. Под действием высокой температуры хром окисляется, и на его поверхности создается нужный рисунок. В этом месте повествования мы должны развеять возможные недоумения. А для чего все это? А вот для чего. Сердцем звукоснимающей лазерной головки будущего проигрывателя, или, иначе говоря, световой иглы, являются стандартный полупроводниковый лазер и линза, которая должна сфокусировать его луч до точки размером в 1.5 микрона. Оказалось, что если на плоское стекло нанести вполне определенный рисунок, то оно из обычного стекла превратится в необычную линзу, в фокусе которой получается точка нужного размера. Теперь все становится на свои места. На установке, полностью контролируемой и управляемой электронно-вычислительной машиной, и получают такие плоские линзы. Ну а теперь несколько сравнений. Перед вами объектив обычного микроскопа и рядом полученные с помощью лазерного луча плоские линзы. Каждая из этих 49 линз по своим оптическим свойствам равносильна объективу микроскопа. И еще одно сравнение.
Вы видите линзу рядом с полупроводниковым лазером и копейкой. Так в самом общем виде выглядят работы сибирских ученых над проблемой создания световой иглы. Пройдет не так уж много времени, и на этом месте появится новый электронный проигрыватель четвертого поколения. Наша передача подходит к концу. И, конечно, как любая передача, она не может дать вам возможности полностью представить, что представляет собой современная акустика. Возвращаясь к самому началу, я только хочу сказать, что действительно акустика – исключительно широкая область науки. С другой стороны, это не застывшая наука, о которой можно было бы подумать исключительно, когда речь шла об архитектурной акустике, о музыкальной акустике. Напротив, это вечно молодая наука. Сейчас бурно развиваются новые направления акустики на стыке классической акустики и гидродинамики, на стыке классической акустики, квантовой электроники, лазерной физики, физики твердого тела. И здесь предстоит еще сделать новые интересные открытия. И, наконец, я хотел бы сказать, что и к физике элементарных частиц, к физике высоких энергий, современная акустика имеет прямое отношение. Я недаром сказал в самом начале, что современная акустика простирается от океана до нейтрино. Сейчас разрабатываются проекты акустического детектирования этой исключительно интересной частицы микромира, каковой является нейтрино. И я хотел бы призвать молодежь идти в акустику, заниматься акустикой. Там много, в ней много новых тайн, которые ждут своих исследователей.